На внеочередном заседании депутаты Тверской городской думы внесли изменения в бюджет текущего года и плановый двухлетний период, куда направят дополнительные средства в сюжете нашего корреспондента. Согласно представленному проекту, городской бюджет получил дополнительные доходы. В связи с этим на заседании Тверской городской думы рассмотрены корректировки в главный финансовый документ Твери. Рассмотрели очередное изменение бюджета. Это связано с поступлением дополнительных доходов в город, которые у нас получились от продажи имущества городского, от поступления налогов. Тратиться они будут в основном, конечно, на систему образования. Так, городская казна дополнительно пополнилась на 170,8 миллиона рублей. За счет этого внесены изменения в расходную часть бюджета. На оплату труда работников учреждения образования выделено дополнительно 100 миллионов рублей. Также деньги направят на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждения образования. Часть полученных доходов распределят на организацию отдыха в загородных лагерях для детей в трудной жизненной ситуации. Дополнительно 4 миллиона направят на ремонт детского сада номер 93. Увеличить бюджетное ассигнование в расходе на увеличение общего освещения в городе на уровне 16,2 миллиона рублей. Посмотрели на государственных мероприятий в рамках проведения дня города 1,5 миллиона рублей. Депутаты единогласно приняли в двух чтениях поправки в бюджет. Кроме того, во время заседания депутаты поддержали изменения в положение об оказании адресной социальной поддержки граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Внесены поправки в части увеличения выплат.